Всем привет, ребята, вы на канале Game No Rules. Продолжаем проходить Darksiders. Эта часть, думаю, будет не такая уж... Надеюсь, не будет так лагать. Не будет меня вылетать. Плюс у меня бендиком. Короче, что-то... Типа, нерегистрированная версия. Короче, что-то сбился, поэтому... Было в прошлой части, конечно, много всяких лагов. Надеюсь, в этой будет... Немножко все лучше. Так. Так, давайте выманим. Наверное, я этих уничтожу. А потом уже пойдем на эту девочку. Она, короче. Ну вот, немножко ее сложно. Валить. Вот так. Я на себя ее согрел. Че, не нравится, да? Оу. Так, уходим. Кто она? Охеренеть. Короче, ей все равно, типа... Блин, ей все равно, короче, мы ставим на блок, уклоняемся, она все равно наносит дамаг очень жесткий. Так, мы можем сейчас жизни, в принципе, восстановить. Я даже, короче, в прошлой части не заметил, как наиграл. Вот, 55 минут. Это еще при том, что у меня где-то минут, я не знаю, наверное, 5 точно. Это, короче, лаги были. Ну, типа, вылетала игра, и, короче, запись. Просто нет моментов записи прохождения. То есть, там хватает всего, по сути. Так. Куда нам дальше? Я думаю, сюда. Типа здесь должно что-то быть. А, вот мы проход, короче, типа открыли. Ой, блин, вот это лаги, короче, мне что-то сразу кажется, как будто сейчас что-то слетит. По сути, это должно быстро проходиться. Но, блин, я теряю довольно много времени. Так, падать вниз, я так понял, нам, скорее всего, придется. Хотим, не хотим, но вниз, да. Вниз придется падать, потому что здесь я не вижу никакого способа передвижения. Вот. Поэтому плавненько спускаемся. Хотя здесь есть, смотрите, всякие... проходики. Я не знаю, зачем их туда сделали. Что это вообще даст? Если честно. Непонятно пока что. А, вода, скорее всего, да, поднимется. Понятно. Да, теперь уже понятно, зачем это все дело. Вот, смотрите, как здесь все так закручено, да? Вот, мы так сделаем. Так, камера, да я не вижу. Блин. Нужно было просто отпустить клавишу пробел. Блин. Ладно, сейчас исправим все это. Я думал, просто можно будет отпрыгнуть типа в сторону. Я не думал, что в ту сторону прыгнет. Так, давайте заберем здесь. Вот, осколок ярости. Отлично. Мы добавили еще к своим типа, способностям. Это, я так понял, вода еще поднимется. Да.
Ну, я так понял, просто не допрыгнем без этой фичи. Вот. Так, этих легко убить. Так, все равно забираем. Потому что и смысл я возвращаться сюда не буду, все равно, правильно. Поэтому пускай будет так. Но, скорее всего, должен быть уже, ну, этот босс. Плакальщица. Вот. Опа, я упал. Может быть, не нужно было падать? Или нужно? Хз. Охренеть, ничего типа. А, это, наверное, нужно, чтобы добраться к ней, да. Это рушить не нужно было. Охренеть, я взял разрушку. Нет. Окей, обратно. Успокойся. Блин, я что, сам себя запорол, разрушивший это все. Смотрите, да. Блин, я, короче, паранул, походу, что-то, не то. Вот, отлично. Блин, сейчас нужно как-то разрушить все это. Короче, да? Да, я не могу разрушить из-за того, что она нагревается. Вот, походу. Ой-о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 й. Чё я делаю? Что делать? Я просто сейчас не понимаю, что делать, если честно. Ага, оно пропадает. Короче, нужно не давать стрелять, что ли. Блин, я взял, дал выстрелить. Ладно, ждем, короче, пока остынет. Вот. Вот. Типа остыгает, короче, рушим. Нужно было сразу рушить, но я что-то я не понял просто. Чем это нужно делать. Вот. А это нужно для того, чтобы подобраться поближе и ударить, короче, я так понял, в живот, разбить. Вот, получилось. Теперь... Охренеть, и как я это должен сделать?
как мне ее отвлечь? Мне интересно просто, как я это должен сделать, если меня она отталкивает. Вот, это нереально. Стоп, 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 стоп. Я же ж могу толкать типа и бить. Попробуйте, ну, как вариант. Чисто попробуем сейчас. Я не знаю, получится. Охуеть. Я сам себе нанес урон. Жестяк, конечно. А как ее тогда уничтожить? На, сука. Выпусти. Короче, я понял, как ее валить. Но, да уже умер. Ну, бывает, бывает. Ладно, сейчас попытка вторая. Мы уже знаем, что делать. Я думаю, будет проще. Потом нужно просто уворачиваться и все. А это нужно вначале уничтожить. Так, делаем вот так вот. Соси, дура. Нужно знать, чтобы остыли вот эти штуки. Вот, а то она их постоянно обновляет. Вот, блять, коза опять обновила только что, да? Ну нет, нет, нужно ждать. Нет, просто вариантов нет никаких. Блин, ну она обновляет, короче. Отлично. Я понял, типа, короче, нужно бить ее по ногам, а потом уходить. А сейчас попробуем. Будем пробовать. Я не думаю, что это будет сейчас, типа, полностью финальная версия и сражение с этой плакальщицей. Я думаю, это только, типа, какая-то очередная хрень. Так, ну давай, давай, переставай. Отлично. Оп, ушли. Отлично. Ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй, короче, в любом случае нужно в сторону отпрыгивать. Сучка, ты тупая. И нужно держать, чтобы сильно очень бить его. То есть у меня слабо что-то идет. На тебе, сука. Отлично. Ух ты, ух ты, а это что за... О-о-о-о, успокойся. Тут ничего не падает, да? Падает! Ещё как? Так, дура, успокойся! Ёпта! Я сейчас тебя и накажу, блядь. Я сейчас тебя выебу. Сосать. Вот отлично. Слабое место. Ой, свой рой, короче.
Так, 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 успокойся. Ага, опять. Получается, то есть нужно просто уклоняться. В любом случае нужно уклоняться. Короче, я принцип понял, то есть мы сбиваем ее с ног, потом уворачиваемся, когда она толкает, и на второй раз она только падает, и у нас сейчас получится возможность нанести ей урон. Вот. То есть здесь нам ярость не поможет, здесь просто ХП мы в любом случае теряем, но нужно как-то по максимуму наносить ей вред, чем себе. То есть я в любом случае теряю. Ух, отлично. Мы это сделали. Вот я перешел в демоническую форму. Отлично. Сердце взяли, плюс ХП восстановили. Вот. Два есть и два осталось. Может, ты и попадешь в башню? Тогда-то и начнется самое интересное. А сейчас отнесем эту штуку Самаэлю. Ну что ж, в следующей части мы пойдем к Самаэлю. Если вам понравилось прохождение, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии и пальцы вверх. Всем пока, ребята, до новых встреч.